Нравится, когда у нее шапочка улетает. Он хочет только в шапочке ездить, чтобы она у нее улетала. Это вообще очень страшная штука, называется тайфун. Но Леся, вот видишь, по росту он проходит на тайфун. Ну страшно, я не пойду, папа боится. А Леся хочет. Очень смело, мальчик, посмотри на меня. Are you a brave goose? Are you a brave goose? Нет. Молодец. Вот он в гордом одиночестве заходит один. Да, садись здесь. То есть вообще людей очень мало. Вот, райдс практически все пустые. Смело, космонавт. Сейчас будет летать. Леся, помаши бабушке ручкой. Ты любишь бабушку? Любишь бабушку? Молодец. Потихоньку подходят пассажиры на наш космический корабль под названием «Тайфун». У бабушки сердце замирает, когда она смотрит эти кадры. Леон готовится. Вау, это фигня. Очень-очень scary. Леся не пойдет на нее. Ну вот последнее приготовление, и Леся отправляется к Луне. Он смеется. Это очень страшно.